Всем привет! Собрал себе такой вот веткоруб. Купил у ребят на фирме модуль дровосек. 65 миллиметров он рубит ветки. Ну вот, результат сейчас, видите. Не знаю, четко я показываю. Ну, 5-6 сантиметров он смело вообще перерубывает. Вот шестерка. Бывало, что даже 65. Ну, это если сырая, между валами его. Переламывает просто. Ну, так, в принципе, с легкостью справляется. Двигатель 7 лошадок. Тут у меня уже бензобак свой. Вот тот отвалился у меня. А так, берите, рекомендую. Можете сами собрать. Ребята продают отдельно модули. Сейчас покажу, как он работает. У меня тут, правда, он немножко уже модернизированный. У меня бачок отлетел. А так, в принципе, это никак на работу не влияет. Сейчас покажу, как работает. И посмотрите, как он классно справляется со своей работой. Двигатель 7 лошадей.